Вся власть советам! Вся власть советам! Надоела эта власть незаконная. Пришли в 91-м году, разворовали страну. Вместе с Ельциным, Черномырдиным и прочим. Майдановичу, Майдановичу! Ельцин палач! 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 Ельцин! Мафия! Капитализм! Банда Ельцина говно! Банда Ельцина говно! Уже поспешили некоторые, одни, в общем, правительство наше, окрашивать одной краской красной, другие поспешили, значит, говорить о том, что это левое правительство, левоцентристское. Я не сторонник никаких названий. Я считаю себя временщиками. Конечно, будут замены определенные. Я не хочу говорить о том, что все сохранятся на своих постах. Но в то же самое время вот этот период до замен, который будет, нужно работать с полной отдачей.